Всем привет, с вами Владлайн. Сегодня у нас новая игрушка, которая только вот недавно вышла. Злодеи. DC злодеи. Normally, our precinct wouldn't ask for the help of someone with your reputation. But since you're the closest thing we have to an expert in these matters, I need to ask you what you make of this. Интересно. В общем, кто еще не понял, это Лего, злодеи. И все герои куда-то пропали, исчезли, убежали, испугались, неважно. Важно, что остались злодеи. Джокер, Харли Квинн, обратный Флэш и многие другие. Лекс Лютер, кстати. Сейчас... Я так понимаю, мы можем создавать персонажа, да? Есть готовый, можно своего создать. Так, проверим на всякий случай. Харизма, оружие, случайный выбор. Интересно. Так. Случайный выбор, да? Давайте доверим все воле случая. Ух ты, что это такое? Что за чудище? Обалдеть. Так, а здесь у нас кто? А здесь у нас какие-то готовые. Просто такой набор готовых, да? Че, они все с пушками, да, получается? Ну ладно. Вернем, наверное, вот этого готового чувака в желтом капюшоне. А так тут можно что угодно выбирать. Харизму, да? И оружие. Внешность, способности, основная информация. Ну, в общем, кто захочет, будет разбираться подробнее в этом. Ну, а мы берем этого. Так. Эй, ну выбрал же. Я же того хотел. Нет, ну что это такое? Тот был прикольный. Этот непонятный чувак вообще какой-то. С морковкой там или с гитарой. Замечательно. Стрела, еще какая-то фигня. Чуваки с ирокезами. Мороженка в руках была, да? Нет, это все не то, ребята. Это все. Ой, там колбаска вообще какая-то. Обалдеть. Ладно, давайте, наверное, выберем кого-то. Вот этого возьмем. Вот этот, ничего такой, чувачок. Ризма, оружие. Что у нас тут с оружием? Что не можем выбрать? Только разное оружие. Эй, ладно. Так.
Внешность-то понятно. Так. Как мне имя поменять-то, ну? Ага, окей. Сейчас введем. Пусть будет так. Отлично. И дальше сюжет. Так вел же, что тебе не нравится? А, ну вот, отлично. Ну все, погнали. Да, готов. Ух ты, сколько их там, а? Много ячеек было. Hello, Mercy. Better late than never. Let's get out of here. Вот так вот. Пушечным мясом, да. Ух. This way, my dear. We'll soon be out of this depressing place. Not if we can't find a way past those lasers. Relax, Mercy. The controls are located on the upper level. Let's find a way to get to them, shall we? Ох ты ж какой, а! Короче, тут можно все ломать. Еще какие-то тут запчасти от Лего собираешь. Интересно. Все ломаешь, собираешь. Вот. Так. Бум-бум. Хорош. Забавная такая игрушка, я вам скажу. Никогда еще в серию Лего это не играл. Хотя знаю, уже были игрушки. Но пока что это первая моя. Так, ага, надо сейчас этих повязать. Смотри, он еще и в ближнем бою могёт, а? Опа, тихонечко. А. Собирать, да? Ну окей, окей, убедил. Убедил. Сейчас пойдем что-то будем собирать. Так, тихо, тихо, застрял. Куда пошла? Куда пришла? А ну, брысь отсюда. Так, не надо на меня нападать, ты чё? Что эти фишечки дают, или как их там?
Для чего их собирать? Для жизни или для чего? Сердечки там еще слева вверху. А, там еще вверху какая-то шкала. Ну ладно. Будем, значит, собирать. Так, ладно. Собираем установку какую-то. А, это, наверное, что-то вроде пульта управления, да? Так, надо эти штуки отключить. Помахал что-то. Замутил движуху какую-то. Ладно, сейчас попробуем. Ой, тихо, тихо, Лекс, не гони. Не попадайся ты ко мне. Ух ты, что же он делает, а? Как-то он еще прыгает. А, вот, вот, да, вот оно что. Прикольно. Так, мне надо, надо туда, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, у них защитное поле. Понятно. Что у нас здесь? Так. Да, это я видел, видел. А, это я... Типа управление передал этому герою, да? Так. А почему именно она? Ой, я и Лютером могу летать, прикольно. Вообще супер. Оп. Тихо. Так. Да это мы уже видели ваше переселение. Так. Отлично. Забрались мы наверх. Отлично. Бабум. Так, с этим разобрались. Тихо ты. Ага, так, да? Ну, отлично. Что ты собираешь? Что? Типа такой воздушный телепорт, да? Так, 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 так. Стреляют прям во все, что видят, а ты смотри. О, здесь еще какие-то. А, это эти громкоговорители, которые орали, да? Где еще такие есть? О. Две штуки появились. Две ячейки там какие-то сверху, да? Так, а что это такое? Что там за штука такая?
Идем дальше. Так, нам надо, видимо, вот эту штуку разбить. Отлично. Ну ладно. Что за снимок там? Кого? Так, опять пульт управления. Угу. Здесь у нас коридорчик, да? Ага, он еще вот такой у нас хитреватый. Он прям все крушит, все, что видит. Так, о, супер, где-то мы на улице. Вертуха пролетела. Отлично. Так, а что ж сердечки наши-то? Все меньше и меньше. Почему так? Так, здесь мы разобрались. Давай забирай эти. Эй, тихо. Не надо по своим стрелять. Конечно, понимаю, это круто. Так. А, нам надо сюда стрелять, да? Ох, заряд какой, а. Классно. Так, на нее надо, да, переключиться? Давай, давай, тяни, тяни. Отлично, мост у нас нарисовался. Давай, круши их всех, детка, круши. Все, все улетели. О, еще одно сердце, супер. Собираем монетки эти. Будем называть их монетками. Самая лучшая аналогия, по-моему. Так, идем дальше. Ух ты! Гранди, что ли? Точно. Так, лифт, говоришь, включить какой-то. Ладно. Так, мне интересно, вот когда наберешь вот все вот эти штуки, что сверху, что будет? Так, ага, нам надо на тебя переселиться и что-то построить. Угу. Ну так, тебе надо сюда встать, да? О, круто.
Идем дальше. Так, он там что, еще кого-то бьет? Так, я не понял, где я тут застрял. О, охранник спит. Я тут крушу все подряд. А это падла дрыхнет, а? Смотри на него. Эй, проснись, Соня. А, проснулся, да? Ну, давай. И смотри. Пока перед носом у него не началась бойня, он не зашевелился. Так. Ага. Отлично. Ладно. Посмотрим, что у нас здесь. Эй, харе палить, там нема никого, что ты делаешь? Ух ты, а что это было? Ничего себе у нее движуха тут, да? Так, собираем, собираем. Отлично. Угу. Эй, ты куда пошел? А, здесь еще можно набить, да, эти штуки все? Тут он поднимается. Что же он так, зараза? Ну ладно, эти монетки до одного места, в принципе. Так. Тут у нас какая-то загадочка, что ли? Надо эти трубы как-то настроить. Походу. Так, давай. Это нет. Ага, есть одна. Отлично, вторая. О, супер. Теперь у нас ворота открылись, да? Так, идем? Или что-то тут еще побьем? Немножко этих монеток еще соберем, да? Давай, давай, стреляй во все, что видишь. Ты смотри, а. Еще не все, оказывается, было. Ладно, там не будем, идем дальше. Эй. Не злись, не злись. Здоровяк. Так, и что теперь делать? Ага. Ничего себе.
Да, весело. Очень даже весело. Столько здесь всего интересного. Смотрите только, вот это. Это, наверное, мы уже в следующей серии посмотрим. А пока первый взгляд удался, мне игруха понравилась. Если понравилось вам, пишите в комментариях, ставьте лайки, ну и подписывайтесь. Всем пока, до следующей серии.